Сербская бригада, Джокович, Троицкий и Типсарович принимают ванну со льдом. Ну что же, устроим соревнования, кто выдержит. Да, вы видите по красноте моих ног, что я уже побывал в этой ванне. Небольшая помощь от Новака Джоковича, и тут же Троицкий отправляет его. Как долго, но нужно стоять. Ну, я стоял 1 час, на самом деле 12 минут. Но эти ребята вылезают, только окунувшись. А ты принимал, да, душ, прежде чем окунуться? Нет. Но поэтому температура здесь не 9 градусов, а уже приближается к 11. Да, до прихода у вас температура была 8 градусов. Сейчас 10,7. Ну что же, вот такая вот...